Саженцы ив выращены в питомнике и максимально готовы к пересадке. На кустах сформировались маленькие листочки и накопилось нужное количество жизненно важных веществ. Это прихотливое растение приживается далеко не везде и требует хорошей почвы. Волонтерский отряд «Здоровое поколение» совместно с общественной организацией «Союза десантников» присоединились к ежегодной акции «Чистый берег» и посадили сразу несколько зеленых саженцев на набережной пруда Борового. Как правило, традиционно мы сажаем вокруг водоема. Наши зеленые насаждения – это кустарники, деревья с точки зрения защиты наших водных объектов и их прибрежных полос и водоохранных зон. Вырыть яму, поместить в нее саженец, полить и закопать – казалось бы, что может быть проще. Но, как известно, в этом процессе нужно учесть множество мелочей. Прежде всего, необходимо тщательно осмотреть состояние корешков, подобрать нужный инвентарь и найти удобное место для саженца. Водоем благоустроили, но он еще пока, видите, голый. То есть не хватает еще зелени, чтоб тень была. Вот лет через 20-30 здесь будет тенистая аллея. А кто ее будет делать? Вот наше поколение, то есть наши современники это и делают. Неважно, какого они возраста. Дети, взрослые. Они делают для будущих поколений. Правила ухода за посаженными ивами волонтеры отряда «Здоровое поколение» знают не понаслышке. Каждый год с наступлением осени они принимают участие в посадке деревьев и делают это с большим удовольствием. Я надеюсь, что дерево прирастется. Мы вложили все вместе туда частичку любви. И будет очень красиво. Принять участие в акции «Чистый берег» может любой саровчанин. Следующая посадка деревьев пройдет 27 сентября в районе Висячего моста. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24».